Всем, друзья, привет! Мы продолжаем. Это вторая серия Обитель зла. И вместе совместно сражаешься с зомби. Ой-ой-ой. Я не был. Ну, я не знал, что он будет ползти по лестнице. Да ёкало, манне. Не хватило удара, что ли, чтобы не куснул меня. Так, сейчас отойдем сюда, посмотрим, что здесь. Жаль, здесь нету этих скрытно убить. Вот ты испугал меня, урод. Вот он на этого похож. Забыл, как же звать-то его. Он был гоблином в Человеке-пауке. Есть замок. О, сохранение. Замысловатая коробочка. И что она делает? Дальше. Осмотр предметов. Любой предмет может смотреть вас с разных углов. Изучить. Искусственный рубин. Похоже, его можно куда-то вставить. Ла-ла-ла-ла. Я знаю, куда. Даже знаю. Так, это, наверное, мы... Хранение. Что не вижу смысла таскать с собой много. Надо эти открывашку.
А, подожди. Там кое-что было, мне кажется, я помню. Должно быть офис метрополитена. Все за замках этих. ЖД братьев Кайт, руководство. Безопасность на подземной и железной дорогах. При прекращении подачи электричества система метро автоматически отключается. После установления подачи энергии укажите на панели управления станции, где поезд будет останавливаться, а также используем пути. Если маршрут положен с ошибкой и не отвечает требованиям безопасности, операция будет прервана. Ничего. Окей. Идем. О, чем потушить? Окей. Списки работников метро. Беспорядки за несколько дней превратились в катастрофу. Пришлось купить дробовик. Вдруг совсем беда начнется. Запрою его пока в оружейной стойке. Думаю, мародеры не доберутся. А пока поищу патроны, где только смогу. Когда начнется, обрежу цепь. И вот он, голубчик. Молюсь, чтобы мы все выжили. Так, я примерно понимаю, где может быть цепеобрезчик. Хотел проверить. Вот урод. Выбило из окна. О, Аквакьюр. Да вот оно где, знаете. Кот-то. Так, ладно, пойдем. Надо дойти до места сохранения. Использование карты, да, я понял. Это что, сейф? А мне надо вот сюда. Порох как раз. Кончиковую.
Так, ну гидрант, я понял, куда это надо тушить. Так, сейф где-то здесь рядом, да? А, порох. Подожди, а порох. Пропустили здесь порох? О, во! Точно. Гнить. Ага, вот. Патроны для дробовика. Ходим сюда. Нам нужно в сейф попасть. Получается 9 надо. А, так, да, получается 9. Это. Более точный. Так, здесь получается мы здесь находимся. Нам нужно куда? Так, здесь пожарный гидрант, управление метро. Где нам мне забрать? Не в метро надо вернуться. Там обычный замок, непонятно, или какой. Замок, постамент. Вот сюда мне надо постамент положить. Здесь закрыто еще. Дверь с цепями. Странно. Порох заберем хотя бы. Он нам понадобится.
Боевая девчонка. Ну все, идем. Да. Там гидран туда-сюда. Надо сходить еще в то место, чтобы камешек где-то здесь, да? Граната понадобится. Не пройдешь. Установить питание с подстанции, так. Опа, ключик. Хорошо. Забираем, он нам нужен. Полторез. Ну, про него и говорим. Нет, пусть. Is someone in here? Кто здесь? Странно. Вы BBCS? Ага, поосторожнее. Come on, don't look at me like that, alright? I'm not an infected. No, wait, please! Нет, подожди.
What the fuck? Даш. Какого черта? Он был заражен. Возможно, заражен. У нас Старс все-таки тряпки. Неудивительно, что у вас так много. А вы откуда? UBS, убиваете своих же? Он бы обратился. Где ваш инстинкт самосохранения? Возвращайтесь на станцию метро. Нам здесь все равно больная дамочка вроде бы вас не нужна. Вот урод. Да, взял чувака, завалил. Дневник тренировок. 10 июля. 90 килограмм. 12 кругов пробежки на подворот. 2 повтора. Выкуси это... Тюряга. Umbrella Corporation только что взяли меня на работу. На работу. Но походу пожизненное заключение за убийство 20 насильников их не остановит. И я только за всякого лучше, чем просирать остаток жизни за решеткой. Надо привести себя в форму. 26 июля. 89 килограмм. Пробежка 20 километров. 3 повтора. Стрельба по целям. 550 метров. 2 промаха. Ладно. Кучность стрельбы дошла до 7 сантиметров. Приятно, приятно. После обеда нам устроили первый учебный бой. Капитаны и остальные нормальные пацаны, а в бою просто звери. Но этот псих Николай, отморозок конченый, он закрылся мной от пули ради пары дополнительных очков. 25 сентября, 82 килограмм, пробежка 30 километров, 4 повтора, стрельба в цель 550 метров, без промахов. Мерфи вернулся. Больше никаких промахов. Завтра отправляемся в первую миссию, подавляя беспорядок в Ракон-Сити. Джимми бы это не понравилось. Братишке всегда радовал. Рвался помогать людям, пока эта уличная сволочь не отобрала у него его у меня. Моя очередная очередь творить добро, так как я лучше всего умею это. Ага. Так. Что это? Автосервис? Наверх. То есть там, наверное, закрыто, нет? А там закрыт, да? Хоть. Что это? А, ну это... Хрень. Надо взять этот... дробовик. Ой, заткнись. Нет его фонарика что-то. Как раз есть. Патроны будут заряжены. Или заряжены. Нормально. Вот это невозможно. У меня нет ключа. Нужен ключ.
специальный. Так, здесь ловить ничего, у нас дроп есть. Здесь надо снять. Мазил от волнения так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, куда же двигаться-то? Шоп. Твой онкл. Чувака завалили. Проверку. Предсмертная записка его ОБЦС. 28 сентября. Ближний Восток, Восточная Европа, Восточная Африка. Думаю, что здесь что такое... А, полагаешь, не сломаюсь, чтобы мне не пришлось пережить. Но это работа. Она должна быть легкой. Быстрые деньги. И я это заслужил. Все произошло внезапно. Я в нашем заводе было... В заводе было 30 ребят. У каждого не винтовка. Произведение искусства, но всех нас положили меньше, чем за 48 часов. Я видел всякое дерьмо и знаю, что дальше будет. И все будет хуже.
Если это только начало, зовите меня трусом, плевать, другого выхода нет. Лишь бы мое тело не вставало после того, как я нажму на курок. Собаки сраные. Белобрысая, она такая здоровая. Здесь виды. Опа. Все, деть-то некуда. Ох ты, голову как размазал. Хедшот. Где бы ключики эти от замка? О, набедренная сумка. Отлично. Здесь порох был. И здесь порох был. Но я не помню, что там, цепи еще есть где-то, чтобы разрывать. Вроде бы все. Если все, то тогда надо и травушку забрать надо. Вот это мы хранение. Гранаты две достать. Это мы в хранении. Для дробовика патроны пусть с нами будет. Пошечку установить, чё бы нет. Это можно достать, да? Факс от начальника подстанции. Всем сотрудникам в связи с учащающимися СПшками эпидемии
принято решение отключить подачу электроэнергии. Когда ситуация вновь окажется под контролем, необходимо оперативно включить 4 рубильника. Затем в комнате управления включить главный рубильник, чтобы вернуть подачу энергии. О, там живой организм какой-то. Давайте, друзья, на этом остановимся. В следующей серии мы продолжим. А на этом все. Всем большое спасибо, всем ребята, всем пока-пока.